Чаще всего это срыгивание беспокоит родителей, беспокойные сны, беспокойный сон, тонус. Иногда бывает, родители сами приходят, говорят, у нас тонус у ребенка. Тут уже смотрим, то ли мама сочиняет, придирается к ребенку, то ли на самом деле тут какие-то проблемы возникают. Ну и задержка моторного развития. До года это в основном задержка моторного развития. Речевое развитие в более старшем возрасте ставится. Диагноз у нас в основном идет, это последствия перинатального поражения ЦНС, то есть во время беременности, во время родов произошел какой-то сбой, ребеночек недополучил кислород, который необходим, и так называемая гипоксия клеточек головного мозга произошла. Но опять же восстанавливается тут у всех индивидуально. У кого медикаментозное лечение необходимо, у кого достаточно массажа с гимнастиками. Ну и кроме гипоксии еще могут быть воздействия во время беременности различных факторов. Это и вирусные инфекции, особенно когда идет закладка органов. Это и анемия, и угроза прерывания беременности. В общем, тут все смотрится в комплексе. По перинатальному поражению, в общем-то, ну сейчас везде одинаково. Не знаю, может быть, сейчас в последнее время поменьше деток у нас все равно возникает с ДЦП. Раньше как-то больше было. В года у нас и по 5 человек случаев бывало, и по 6 бывало. Сейчас пореже, ну, где-то 2 случая, может быть, в год возникнут. И, наверное, я бы сказала, что в Сарове, вот как раз деток с ДЦП-то побольше, чем в том же Нижнем Новгороде за год. Так.